Итак, друзья, в сети наткнулся на информацию о зеленом марафоне. Давайте прочитаем вообще, что же это вообще, в принципе, такое. Во-первых, будет старт 5 июня 2021 года и будет, по сути, во всех городах России. Сейчас посмотрим, какие. Осталось 29 дней. Вот здесь обратный отчет, ссылка будет в описании. Регистрация, внимание, механика проведения забега может быть скорректирована в связи с изменением эпидемиологической ситуации в вашем регионе. Выбираем здесь город, совершеннолетний, несовершеннолетний с ребенком. Вот. Значит, 5 июня во Всемирный день защиты окружающей среды Сбер проведет зеленый марафон. Друзья, кстати, здесь это не только Сбер, да? То есть здесь я посмотрел спонсоров, здесь огромное количество спонсоров, на самом деле не только Сбер. Сбер проведет зеленый марафон. Проект реализуется при поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». 108 городов России. Количество городов-участников определено не случайно. В этом году Сбербанк празднует юбилей с момента основания — 180 лет. Хотя, друзья, знаете, есть такая шутка. Сейчас я задам. Если Сбербанку 180 лет, почему он не возвращает вклады 90-го года, 1990-х годов? Та-да-та-да-там. Пам! Ну ладно, это шутка. Именно поэтому большинство активностей так или иначе связано с этой датой или цифрой. Так, к примеру, в ходе проекта запланирована высадка 180 тысяч деревьев. Забеги пройдут на территории 180 парков. Ожидается, что участие в зеленом марафоне примет 180 тысяч человек. 180 городов, 118 тысяч участников, 180 тысяч деревьев будут высажены. Детский забег, вот тоже его параметры. Проект объединяет спортивно-экологические инициативы, рассчитан на вовлечение бегунов разных возрастов и профессий. Всего на марафоне запланировано 5 дистанций. Детский забег массовый 4,2 километра, спортивный 10 километров и полумарафон 21,1 километр. Марафон 42 километра. 42 километра, друзья. 40, блин, 2 километра. У нас в городе, я не знаю, это надо убежать, я не знаю, тут в соседний город. Тут. В этом году зеленый марафон становится технологичным. Принять участие в нем могут люди из самых разных уголков нашей страны и мира. Для этого участникам нужно всего лишь скачать мобильное приложение. В нем будут доступны беговые челленджи, профессиональные советы при подготовке к стартам, возможность поделиться своим достижением, другие полезные опции. Друзья, ну и видите, здесь партнеров тут Тугис, сети Мобил, значит, ОККО, если я правильно, конечно, прочитал, Delivery Club есть, Работа.ру. Ну и так далее. И вот, друзья, я здесь нашел именно наш город. Вот он, видите, на отшибе почему-то, не знаю, ниже. Почему нету, скажем, вот Псков. Это Псков? Да, по-моему, это Псков. Новгород есть. Дедовичей почему нет? Почему нет Старой Руссы? Слишком, видите, вот мы прямо как будто здесь, как пятно. Просто, ну, я не знаю, как будто пустое пятно. И в нашем великом Новгороде, вот здесь, кстати, можно приблизить, там посмотреть, где у нас в Центральном парке будет. И, соответственно, здесь узнавайте, где, вводите вашу почту, и, соответственно, вам придет сообщение, когда начнется марафон, или скачивайте приложение здесь. Ну вот, собственно, друзья, и все. Я не знаю еще, что добавить, ссылка будет в описании. Всего доброго, всем пока. До свидания.